Подготовленный шаблон равностороннего треугольника обводим 15 раз. Материал для вазы можно выбрать совершенно любой, в зависимости от того, что вы будете там хранить. Вырезаем дно для вазы в форме шестиугольника. Начинаем приклеивать с внешней стороны основания по треугольничку с каждой стороны. Внутри вазу оставляем так, как есть, а снаружи украшаем декоративным шнуром. Оригинальная ваза всегда будет украшением любого стола.